здесь, в Санкт-Петербурге, которые активно претендуют на полярную столицу. И много шансов для этого есть у них. Приветствую участникам 8-го международного форума «Арктика. Настоящее и будущее», связанных с международной кооперацией и... Да. Ничего такого особенного не появилось, но только начали процесс. Очень хорошо, что правительство Российской Федерации и научное сообщество устремляют свои взгляды в сторону исследования Арктики и Арктической зоны Российской Федерации. Но есть, соответственно, проблемы, которые стоят перед нами. Это, во-первых, что все-таки та часть Арктической зоны Российской Федерации, которая прилегает к европейской части, она, естественно, больше изучена. Дальневосточная арктическая часть остается еще в большей степени белым пятном. Только крупные компании, как Роснефть, могут обеспечить такие дорогостоящие экспедиции в Дальневосточную Арктику. Также Арктика является местом проживания коренных малочисленных народов, язык, культура, традиции которых исчезают. Уважаемый Артур Николаевич, уважаемые участники пленарного заседания, на сегодня государство уделяет особое внимание развитию Арктической зоны России, реализуются масштабные проекты в Мурманской и Архангельской областях, в Ненецком и Малоненецком округах. Опережающими темпами идет развитие Северного морского пути. В то же время считаем, что недостаточно развитой является инфраструктура Таймыра-Туруханской, Северо-Якутской и Чукотской опорных зон. Развитие Арктической зоны мы должны рассматривать как целостный проект. Обеспечение взаимоувязки всех отраслевых мероприятий на этапах планирования, финансирования и реализации позволит сократить все виды затрат и издержек как на федеральном, так и на региональном уровне.